Я еще не знаю. Предполагаю, Галатам. Второй том. Что-то закладок. Калиновое варенье? Нет, а? Просто калина. Хороший комплимент, да? Это, Игорь, вы ее пораньше ложите в пятницу, ой, в субботу. Просто что, не хватает стимула. Все понятно. В любой месте к отличию на коренчик уже полезно. Главное, свои еще меры соблюдать. Начнем пока бычки, нет, да? Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди все весевны и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами, благослови наше собрание и мысли наши направь к горнему. Господи, Тебе за все хвала. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Толкование на сегодняшнее учение. Евреи, третья. Третья, да. Вот я не угадал. Заходим все, заходим. Из коридора, заходим все туда. Пожалуйста, заходим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к евреям святого апостола Павла. Глава 13, стихи с 7 по 16. Стих 7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. В этом убеждает Фессалоникийцев, чтобы оказывать им наибольшую честь. 1 Фессалоникийцам 5.13. И как те наставники делали их участниками Слова Божия, так и они по возможности должны оказывать им помощь в материальных нуждах. Относительно этого он намекает им словом «поминайте» или побуждает их к подражанию им. И взирая на кончину, то есть точнее, наблюдайте. И как ученики живописца смотрят на оригинал, так и вы, взирая, всегда взирая на кончину, то есть на конец их жизни, на их образ жизни, который имел добрый конец, подражайте вере их, ибо от веры чистая жизнь.
Если бы не верили в будущее, не сомневались, то не оказались бы, но сомневались, то не оказались бы безукоризненными в поведении. Снова врачует малодушие их или говорит о вере в догматы. Итак, догматы. Догматы. Слово «догма» и «догмат» имеют ударение на «о». Проверял. Извините, братья. Восьмой стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Толкование. Ибо, казалось, некоторые искажали веру и говорили, что другой придет, которого евреи и до ныне ожидают. Итак, говорит, что Христос тот же вчера, то есть во все прошедшее время, и сегодня, то есть в настоящее, и во веки, то есть в будущее и бесконечные времена, и другой не придет. Итак, не заблуждайтесь. Или как Он не оставил наставников ваших, но во всем помогал им, так и вам окажет помощь, ибо Он один и тот же. Девятый стих. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Толкование. Различными, то одними, то другими, и от одних, и от других, но чуждые правому догмату. Ибо учение может быть различным, однако не чуждым, а потому и не фальшивым. Когда же учения различны, то есть от одного одно, а от другого иное, тогда и чужды, то есть чужды истины, тогда и необходимо беречься. Ибо истина проста и имеет цель одну. Обрати внимание на выражение «не увлекайтесь». Говорит как бы о тех легкомысленных, кои и здесь, и там легко увлекаются. Вот странные учения. Намекают на вводящих иудейскую привязанность к брашнам. И так говорит, что благодатью, то есть верой, нам необходимо утверждаться и вполне убеждаться, что нет ничего нечистого, но верующему все чисто. Итак, потребна вера, а не наблюдение за яствами. Ибо занимающиеся явствами, то есть те, кои всегда следовали строгому соблюдению правил о еде, не приносили никакой пользы для души, так как они чужды веры и рабски служат бесполезному закону. И вообще говорит, какую пользу они получали от наблюдения за явствами, когда так были осквернены, что не могли участвовать в жертвоприношениях. Десятый стих. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Толкование. Сказав, что нет нужды строго наблюдать за яствами, чтобы не показалось, что наше чуждое наблюдение достойно презрения, говорит, что и мы имеем наблюдение, только не в отношении этих яств, но к жертвеннику или бескровной жертве животворящего тела. Ибо невозможно первосвященникам ветхозаветного закона участвовать в этой жертве, пока не служат скинии, то есть образом закона, приходящим, подлежащим уничтожению, или пока не служат этому миру, так как и народ, как недостойный, не принимал участия в жертвоприношениях ветхозаветного закона. Стихи 11-12. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Толкование. Показав, что то, что почитали иудеи, служило прообразом нашего почитания, говорит, что жертвы, в которых не мог участвовать народ, были ничто. В нашей же жертве не имеют участия и архиереи ветхозаветного закона, ибо те жертвы служили прообразом этой. Ибо как кровь животных, приносимых за грехи народа, первосвященник вносил во святилище, тела же сжигались вне стана, так и Христос, пострадав за грехи мира, внес во святилище свою кровь к Отцу, как первосвященник.
Тело же было распято вне врат. Итак, совершая воспоминания о жертве той, наши первосвященники вносят кровь Господа в наше святилище и на алтарь, как на небо. Поэтому первосвященникам ветхозаветного закона нельзя вкушать от этого алтаря, как иноплеменным, и как не помышляющим о том, что выше этого мира. Мы же не таковы. Стих 13. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Толкование. Так как Иисус Христос пострадал вне врат, то выйдем и мы к нему вне врат, то есть будем вне мира, нося его поругание, терпя одни и те же страдания. Он, как осужденный и разбойник, был распят вне. Не постыдимся и мы удалиться от мира и роскоши его, хотя бы и казалось это бесчестием. Снова убеждает их терпеть наносимые им иудеями обиды, как хищение. Стих 14. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Толкование. Доказывает необходимость выйти за врата, то есть из мира, ибо мы не имеем никакого участия в этом мире, так как и он не будет вечно существовать. Итак, нам должно бежать из этого мира и стремиться к будущему граду, то есть к небу. 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его. Толкование. Через него, как через первосвященника во плоти, мы возносим Отцу жертву хваления, то есть Евхаристию. Ибо мы благодарим Отца за то, что Он даровал Сына Своего ради нашего освящения, это же ради немощных. Что Сын имеет благодать, очевидно из того, что Он имеет с Отцом равную честь, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Иоанна 5:23. Итак, сама Евхаристия – плод прославляющих уст имя Его. Поэтому первосвященники ветхозаветного закона и не могут участвовать в этой жертве, ибо те, кои совершенно не были освящены Христовой кровью, не могут благодарить за нее, потому что пребывают в том же самом неверии. Смотри же, как снова побуждает их к благодарению, а не роптать и не говорить по малодушию чего-нибудь дерзкого и наглого. Стих 16. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Толкование. Где оправдывающиеся бедностью и потому не подающие милостыни? Пусть послушают, что Павел убеждает беднейших, разграбленных, не забывать милостыни. Ее же он называет общительностью. А по какой причине, мы часто говорили. Жертвы благодарения и благотворения. Ибо ясно, что благодарный и щедр, так как он знает, каких удостоится благ. Господу нашему слава. Брат, догмат тоже существует. Запомни это. Проверено. Я боль. Два ударения на одном слове. Бывают такие слова. Я верю в воскресенье. Ну, словарям верю. А я в воскресенье уже 22-й, там потом завтра 9-й. Ну и там уже теперь в ноябре будет. В ноябре? Да, в ноябре. Ну, через воскресенье. Смотрите там. Всех я благодарю вас за молитву. Все хорошо прошла поездка в разных местах, но в этом году тяжелее там было. Отец он не мог на машине, у него он ногу повредил себе сильно. Болгарка пилил там и сорвалась, щеку повредил там, даже кость задела. Вот, поэтому вот так это. Все, ну, нормально, вчера уже вечером, когда вылетать уже с Москвы, что-то засопатил. Но в этом вчера сюда совсем прямо все это. Москва. Ну где-то пробило там где-то. Московский вирус. Костильчик. Вот так вот. Ну а так все благополучно везде там были какие-то. Трещин кого посетил, крещеных кого там.
Сове было-то, как ее? Девора. Девора, да. Ну, я на их там ее тоже. У ней был там, я оставил посылку, которую я должен был туда отвезти, где служат мобилизованные. Но оказалось, что не пришлось сюда поехать, поэтому я там оставил на квартире, а вчера там забрали. Отпускник был он. Я думал, поехал, а он вдруг ему за один день там в отпуск его отправили. За год там. Причем первый раз в году не был еще. Им нужно в полгода один раз быть дома. Это по закону что-то берут. Ну а там началось что-то нет. А, видать, многие пожаловались. Это ладно, он один, а другие там жены с детьми пожаловались. И вот стали срочно кончилось. Так, давай ехай в отпуск. Чтобы... Ну так вот было. Ну что, больше такого ничего я вам не скажу, наверное. Ну, где был, там неинтересно, конечно, будет встреча там с батюшками, которых знал, там мы были там, встречались. Ну и все. Лучше, чем у нас, нигде больше я не нашел. Самое благодатное, самое хорошее, самое лучшее у нас люди. Нигде. В большом храме бываешь, там говорят, нет, не то, как-то даже тягостно. А у нас все как-то, все, у меня рядышком вот он, алтарь, вы видите, а то у нас в одном храме были. Алтарь, значит, где-то он престол от царских врат, примерно как вот до стены, а то, может, подальше еще там. Батюшка читает Евангелие на престоле, а я стою в храме. Я ни одного слова не мог понять. Откуда читается Евангелие? Даже Евангелие читается, я не мог понять. Но только по ходу знаю, что он читает сейчас Евангелие. Ну вот потом я уже, когда ко Христу потретил, я ему высказал, он так, да, надо сделать что-то. Я говорю, я ничего не понял, понимаете? А люди что? Ладно, микрофон сделаем, чтобы было всем слышно. Я говорю, или выходить, читать это. Ну, выходить это. Такого правила, что читать Евангелие на престоле, нигде нет. И задом к народу Евангелие читать. Нету такого, нигде правила. Ну, и нет правила, что только если... Послание епископа или патриарха лицом к народу читать тоже нет. Я говорю, вы читаете послание Бога задом. Но когда будете читать патриарша, также читайте послание тоже. Возле престола задом к народу. Ну, они что сказали? Ну, я что вам скажу? Ничего. Так сложилась вот такая практика, так вот это кто-то где-то. Ну, уже во многих, я знаю, выходят, читают. Хотя на славянском, но лицом к народу читает Евангелие. Вначале прочитали там на славянском одном, а потом на русском читают еще раз. Два раза читают. Чтобы не ошибиться. Вот. Поэтому вот так вот. Ну что, какие вопросы есть? Давай, ты знаешь, тихо, Миша. Он не дождется, когда. Ну что, никаких нет вопросов? Спасибо, Христос, рады, что вы все. Батюшка, а годовое собрание когда будет? Ну, я не знаю, когда. На следующий приезд давайте. Через две недели. Ну да, через две недели. Давай. Ой, какой круто надулся. Значка, был вопрос тут у одной сестры. Что означает премудрости онмим? Будьте внимательны. Угу. Будьте внимательны. Сейчас будет что-то... Как нужно бы вести себя в этот момент? Кстати, как? Кто дремет, встань, не дреми. Угу. Вот, все. А креститься, кланяться. Да ничего здесь в этом будет, просто будь внимательным. Ставиться не надо. Игнатьич, слово вам и вашим голубям. Ну отпустите, пускай. Нельзя, он сейчас разобьется. Ох, какие крылья большие. Хвост оно дает. Беспокойные какие у вас они, Игнатьич. Беспокойные. Это не его, это новый. А он черный. Ничего не сказать. Черный. Ну давай, говори. У вас есть слово? У меня есть слово. Говорите. Прошу прощения, что у меня есть слово по важному вопросу. Громче, вот сюда. Значит, ты там говоришь. Да, значит. Ну, а только будет всем надо. Это есть хозяин, я еще раз говорю. Понимаю. Есть хозяин, скажем, решим. Ну что вы сейчас она будет Алевтину тебе решать? Хорошо. Или кто-то будет. Хозяин зачем тебе? Решить. С хозяином решите и все. Зачем это на собрание-то выносить? Демократия. Что, демократ будем? Будем и голосовать, что, отдавать или нет документы? Ну что вы какие-то? Да нет. Я тебе объясню, что ты не поняла. Ну кому это нужно? Что делать со второй строительной? Да ничего не делать. Ну так а что?
все делается легко. Передрисовку, вы делаете передрисовку, все. Ну, заявил, не надо. Ну, не надо, это вот хозяин. Я зачем буду? Зачем начать? Зачем ты людей начинаешь? Хозяин против, а мы будем. Мы-то в какое отношение? Хозяин, это частное суд. Ну ты понимаешь, что? Все не надо настаивать. Все против. Зачем вы неправду говорите? Все против. Он хозяин, понимаете? Вы сейчас на счете решаете. Рабочий порядок. Подожди, Люд Николаевич, вы сейчас на счете решаете. Я заболел, мальчик. Ты кому будешь там завещание оставлять или что? Давайте решать будем кому. Зачем вы будете заменять? Или что мне делать, крышу мне крыть или не крыть дома? Вы будете решать. Ну хозяин, только он знает, что сделать. Ну и все, с ним вы решаете. Как? Если он не желает, ну не надо, не делай тебе так. Ты что переживаешь? Значит, ну говорите, вам слово и вашим голубям. Голуби уже сказали, похоже. И на них даже нет слов, одни голуби. Черненький. Но он это переливается. Переливается. Прям сиреневый там что-то. У меня таких никогда не было. Просто прекрасные. Ну и откуда они у вас взялись? Рассказывайте теперь. Рассказывайте. Мы посмотрели их, да. Так. Шестыми голубя. Все дышище да хвалит Господа. Хвостик. Аллилуйя. И вот дышище хорек залез на крышу. Ему об одного хватило голуби. Он 20 штук сразу задушил. Я приехал, вместо 25 только 5. А здесь еще было лучше. Наказал, когда заходите, за собой дверь закрывайте. Потому что дверь, когда приоткрыта, кошка на этот, и тогда можно туда запрыгнуть. Есть ступенька дана. Ну, кто ходили, они, я благодарю. Это в прошлом году еще было. Они уходят, а кот тоже залез. И он хватает, который первый вытаскивает. И там нашел я кузницы, где они отнять перья есть. А которая парит, голубка, он к ней, а она никуда не уйдет. Поэтому эти, если вылетели, самцы, то голубки женского пола, они сидят на гнезде. Они их по одному все, я пришел, куча пороху лежит. Оставилось мужской род только. Ясно дело, ни одного приплода нет, ничего нет. И тогда там то содружество есть деревенское, дали по разным районам, у кого есть голуби. И вот один Тюменцево. А в Тюменцево есть поселок Карповка. В этой Карповке 10 июня 1939 года в субботу я родился. И мы там были, и приехали к этому человеку. Говорю, а фамилия как его? Тюменцевский род, говорю, Тюменцев. Александр Дмитриевич. И вот он дал мне 26 голубей. Я взял 4, чтобы показать. Тут тесновато им, но все равно можно посмотреть. Это выводили породу такую. Видишь, как она пушистая. Так у него хвост и все. Ну, не было у меня таких голубей. Но выпускать я их не могу. Потому что здесь коты, а он неподвижный. Он, видишь, какой декоративный. Они сразу их всех переловят. Они у меня сидят, поэтому я кормлю их там. Пою их только там. Любуюсь ими только там. Красавец. Вот они сидят. Видишь, какие? Посмотри. Если я сейчас выпущу здесь, нам их ловить придется полдня. Потому что они в чужом месте. Сейчас их обратно отнесут. Вот это вот я хотел показать. Мы привезли сюда, я разделил на две группы, одну в Потеряевке, а одну здесь. Ну, мне еще не знаю, как там, сумеют сохранить или нет. А для чего голуби? А для чего вы цветы садите? Да. А для чего песни поют люди? Ага. Вот здесь все в голубях, потому что, когда Господь говорил о том, что придет Дух Святой, вначале увидели в виде голуби. Птиц разных, если начинают считать, на сегодняшний день, допустим, 1500 разных видов. Когда начинаешь считать, даже невероятно. Насекомых чуть не 250 тысяч. И все время находят новое. А голубь это
так, такая птица, которую можно новые сорта выводить в течение 10 лет. Это большие деньги стоит. Вот один там, голуби грады называются. Держит, допустим, пара, за одного идет. 2500 пар у него. И вот он привез одну голубку продавать. За нее давали, сейчас я могу точно не сказать, но где-то $5000. Но он не продал. И вот у голубей ни у кого такого нет, ни одной птицы, чтобы она возвращалась домой на пепелище. Будьте мудры, как кто, змеи и кротки, как голуби. Вот голубку одну продали в Японию. Ее везут за круиз, она не видит, через море переплыли в Японию. И не досмотрели, она вылетела. И прилетела в Москву к своему хозяину. Это рекорд. А здесь они с разных городов собираются, вот как машина наша «Газель», вот только там устроены клетки. Если дверка сбоку открывается, откроют, они все до одного сразу вылетают. И в разных городах пускаются с одного места. А у нее колечко. И колечко это отобразится, когда она идет через литок, и она сигнал дает. Вернулась. Рекорды ставят. И там, где мост, и там написано «Барнаул», и они оттуда выпускают голубей, стаи. И они только первый круг над Барнаулом, и каждая стая к своему голову. Одни летят в Дальний Восток, другие через Урал. Вот. Ни одной птицы это не дано. Первое гражданство у немцев были такие, как кареты трехэтажные с голубями. Атака. Мы не можем устоять. Ему раз, бумажку, там колечко отпускают. Он летит туда больше никуда. А там уже, там военные ждут, какое сообщение, значит, решили наступать там, теперь посылают туда войска. И поэтому дало было указание противники, летят голуби, от всех отстреливать. И поэтому пускали ранним утром, там вечером, когда люди уже плохо так видят. Где она питается, никто не знает. Это же сколько дней, надо напиться, ястребы, коршуны ловят. И она долетает. А это просто красота. Вот они сидят, хвосты прижали, у него хвост вот так вот. И вот он, когда брошу семечек, а семечек на тех не хватает, он слетит, и он как хвост поднимет, другие говорят, бля, какой огромный. Они же не понимают, и почему вот собака ощерится, когда она у ней шерсть горбом. Кошка согнется вот так, показать, какая она большая. У птиц это же самое. И вот мы как и в птицах рассуждаем, это вот голуби. Вот они у меня здесь. Сейчас унесут их. Смотрите, вот какие есть породы. Здесь примерно породы 4, а их 4 как раз и есть. Но 2 это такие, они схожие. Вот я решил показать, думаю, интересно. Игнатий Тихонович, а если они улетают, вот вам их привезли, вы их выпустите, они не улетят Переведи домой? Еще, она говорит. Нет. Говорят, а если вы их сейчас выпустите, они не вернутся к тем, кто вам их подарил? Никуда они не вернутся. Эти не, это почтовые голуби, те почтовые, которые возвращаются. А это декоративные, здесь держат шаревых один. Вот здесь нету Галины Загуляева, мы туда ездили, он давал, Кошкин фамилия его. Он мне давал, у него называется шалевые. Они вообще не летают. Он выпустит, они на траве поклевали, он около них полежал, полюбовался, опять в коробку и к себе на голубятину. Красота. У него как будто шаль накинута, где пятна. Вот у нас большая синица или жула называется. Посмотрите, черные щечки, здесь белая, спинка зеленая, тут желтая. Кто это ему сделал? Господь. Так и это вот. Видишь, какой у него цвет? Черные, крылышки белые. Это сорта выведены такие. Это человек дал нам, а взамен ничего не берет. Ну я ему Евангелие там дал, а потом у Игоря попросил пшеницы, нагрузили ему машину, большие 3 мешка и увезли ему туда, еще раз съездили. Поэтому вот все, что есть. Их надо сфотографировать. Да, каждого вот. Отдельно, прям чтобы он рядышком был, это редкая история. Залезть надо туда, там я выпущу. Они очень красивые. А здесь никак нельзя. Помните, тогда на столе вот тут едят, мы идут здесь занятия, а голуби у меня тут ходили. Я их приучил. Но эти они только что, только-только ко мне пришли. Вот, видишь, это что-то. Вот. Ну, надо скотчем перемотать их, вот так, крылышки, чтобы они не взлетали. Я сегодня как раз хотел, сфотографировать. Можно мне что-то сказать? Батюшка что-то хотел сказать, кажется. Нет, уже все сказал. Два вопроса. О времени и о детях. Это вопросы очень серьезные. Настолько серьезные, что от этого зависит наше спасение. Время везде должно быть распределено. Сколько?
Сколько Бог просит? Десятину. Десятину в день можно уделить? Из 10 часов 1 час для Бога. Просто сами проверьте. Вот у нас интернетное содружество, дозвон называется там, которые уже приняты, там нажимают, и везде начались звонки. Вот сейчас они избрали Игоря Владимировича занятия вести с детьми. Это большое дело. Там люди с разных стран. А звонок одновременно. А часовой пояс другой. У нас мы встаем ровно в 5. Если это в Москве, то это сейчас ночи. Ну, кто хочет быть там каждый час... На другое место, там, Казань в одно время, это спустя уже 4 часа. И, а мы, алтайские, тоже, бывает, прислоняемся к ним. Идут занятия. Сколько занятий у нас в неделю идет? Каждый день занятия идут. Это занятия? А сколько людей приходит? Это не просто красота какая-то. Я каждый день получаю свидетельство. 13? Если все. Все вместе там посадят. Люди обращаются к Богу. А мы вообще-то, вы наш духовный отец, там столько лет. Я ничего не знаю. Люди находят материал. Мы только долго искали. Одна по детскому лагерю, другой, допустим, даже из-за голубей. Я услышала, там Головин отец Владимир так возвышенно отзывается об одном человеке. Мы стали искать, или парализованный был Сергей. А то в разговоре они стали искать, нашли наши ресурсы. А тут уже все. И человек видит, что я ничего не знал. У нас очень богатая литература. Это даже, ну, нельзя сказать, что там, ты чего желаешь, что тебе, то и получишь. Вчера выставили большой материал, что Библия, она Божья книга, математически доказана. Вот это оказалось, я сразу нашел ее в 3-м томе. Он с своей стороны, Силий, который. Полный материал. Человек 50 лет доказывал это. Все делится на семерку. Слова, которые говорит Моисей. Моисей сам себе не делится на семерку, не хватает одного. И вдруг в Откровении упоминается один раз, и все закончилось. Сколько раз упоминается имя, все делится на семерку. Количество букв, гласных. И притом делится на определенные моменты, как, я не знаю даже, как назвать-то. Вот. И он доказал, Панин 50 лет занимался, тысячи страниц, какие он написал. И вот одно и то же место... Сколько гласных на семерку? Согласных столько. Теперь каждая буква имеет значение. Видишь, это они так не бывают. Надо прикрыть маленько. А то они повредят себя. Да, это сейчас унести надо будет. Ну, опять же, вот зачем бы возиться, если человек не любит это? Я их больше 70 лет держу, голубей. Скажет, да, это пустое. Соглашусь, пустое. Другое дело, курица или свинья. Ну, совсем понятно дело. Как один говорит, если бы свинину дали, тут, я бы тут побыл. А раз это, а что тут смотреть-то? Я даже знаю людей, которые говорят, что птица нечистая. Да, она, видишь, оправляется, а там делись. А на деле-то по-другому надо смотреть. Господь, пишет Ездра, из всех птиц избрал голубицу. Из животных самое глупое – это овса. А мы бараны просто, и все, сейчас нас спрашивают. Даже агнцы еще. И поэтому все овцы. И Господь избрал овцу. И вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Из растений каких? Что мы считаем? Кедр. И дальше виноградная лоза. А из цветов – лилии. То есть ты что где не возьму, самое то, что Господь указал. И мы должны здесь задуматься, какие качества цветов, какие качества у птицы, у животного. Если во мне что-то, или, как я вам зато заказываю, у каждого зверя свои наклонности. Хитрость змеи, лукавство волка, хищность медведя. В человеке в одном все это. Он даже когда сравнивает людей, которые пришли к нам, и говорит, вы принесли кучу навоза конского здесь, разговорами своими. Это Иоанн Златоуст. Это мы говорим, Иоанн Златоуст, святой, ну, плевал, кто хотел только. И прямо в упрек ему говорили, как Павлу. И говорит, речь его не значительна, там в посланиях он сильно пишет, а встретишься, он сразу падает. Я Златоусте говорил, он не проповедник, он только ругается и ругается. Почему? Нападает на богатых. Он говорит, до тех пор буду нападать, доколе вы будете нападать на бедных.
То есть он душу положил за это, вот здесь как-то один вышел, и давай Златоуста клеймить. В интернете-то. Кошмар. Естественно, что я Златоуста считал, знаю, где, и он за себя не заступится, а я ему сказал. Как он поднялся, по сей день разные ролики против меня составляет, и хочет знать его фамилию, Синицкий. До сих пор, что ли? Да. Почему? Потому что слова Златоуста – это огонь. Он никому никогда не угождал. Он смотрел только на Господа. Как один выступал, проповедь говорил, а тут одни профессоры, академики собрались. Господь позволил мне в таком зале быть. И говорит, как вы не тушевались, говорили здесь. А я, говорит, повыше голов смотрел. Я представлял, суд Божий будет. И тогда с меня Бог спросит, как написано. Не как вы придумали, не как вы здесь устроили, а как Богу угодно. Вот. С этой позиции, если мы будем заходить, у нас будет надежда оказаться там. А если не так, то только так. Подражать голубю еще можно. В том, что даже сожженное гнездо привлекает его. И они всегда селятся при храмах. Ну, видели, где летает где-то. И сейчас птицы, которые такой величины, вот он как выпустил, я вот этого, которого был-то, и они тогда... Такие же у него. И закружили, и уходят, уходят, могут до облаков дойти. Кругами все вместе. А если ястреб? Одну схватят обязательно. Как мы боролись с ястребом, знаете. Сделали крест. Я приехал, он на лестнице. А лестница у меня перед окном, здесь я бежу, сидит на лестнице, ждет, когда они вылетят. Он сразу хватает. И тогда крест сделали мы. Кто тут ходил? Виктор был тогда здесь, кажется, Николаевич. И вот тополя идут рядом, вот дорога-то где. В этой дороге-то. И туда залезли, и крест поставили. Ну, он из этих, из обрезок. Mm-hmm. Длинный такой, высокий. Я видел, летит вдоль этой трассы. Ко мне больше ни разу не зашел. А я знал, я на Златоусто. Приходили, которые паломники, видать, и стали говорить, там лев какой-то, и проходу не дают. Да-ка помолитесь там, покропите. Проходит время, следующие идут, там пройти невозможно, такая вонища стоит. Пошли, а его же мухи доедают. Это Бог делает, я убедился в этом. Когда ты Богу доверяешь, ну вот как мы, да, крест еще святой водой полили, тут два священника было, люди вышли. Здесь вот железную дорогу, которую мы всю размонтировали сейчас, размонтировали всю, все шпалы вытаскивают, ну кто еще мог, но нанятые люди. И они уже зашли вот до сих пор, и теперь внизу строят, прямо напротив нас сейчас дома будут идти, дал бы Бог сюда не заглянули. И дальше... И теперь там такие вот, выйдите на дорогу, увидите, целые горы земли наваливают. Дальше, когда река, вот не река, это рукав, она не движется здесь. И сейчас они наваливают и наваливают, могут полностью его засыпать, и на том берегу такие же большие высотные здания будут. Ну, высотные, это больше 20, блин, 120-то нету, а 20-то стоят ряд, видите, как они идут и идут. И сейчас они прокладывают, я так и не понял, газ и воду или нет, такого объема примерно трубы. И копают на глубину, ну вот как повыше маленько потолка. Прямо здесь, как только выходишь, и они сейчас прельсы убрали, и на этом месте гонят траншеи, ставят трубы, все закрывается, там отрожек идет. И дальше, а дальше маленько поворачивается вода. А там дальше уже не надо. Деревья спиливают, все убирают, поднимают слой, закрывают плитами, я посмотрел, работают. А то, говорит, государство без правителей, правители есть, а работают. И работают, я только вижу здесь. Так и не только здесь. У нас, видите, как здесь, с этой стороны, наросла трава. А хозяин-то, они покупают землю и сами готовят заранее. Тут никто не может зайти. Мусор надо убрать этот. Деревья, только не деревья эти, большие такие растения. Я хотел попросить, кто может прийти завтра и вручную хотя бы метра три вырвать эту траву, она уже засохла-то, и вот сюда ее вынести. Не дай Бог что-то случится, чтобы не вплотную к нам это было. Этот, вот опорик возьмем, которые большие, это выдергивать и не надо, подрубил и дальше. Рядом, как выйти, посмотрите, здесь это тут видно какое. Это тоже дом. Дальше вот среди этих сгорел сарай. Уже дальше перекупили, видать, большие деревья спилили, и там горы земли уже идут. Тут мы, буквально со всех сторон уже. Но молитва превышает все. Помолитесь, чтобы нас не тронули. Потому что, как в прошлый раз, когда вот этот рядом был, я по миру знаю, ходил, ну там нехорошие дела были. Я решил расширить себя и убрать дома эти. Но убрать само не будет, пока документы не будет. И они в городской администрации. Я сразу написал письмо, что это здание особое, это данное, тут
Миша, с мэром города. И... Нет, никто не, здесь строить не думает. Ну, пока вот так. Если мы будем дружно молиться, они так вот, а сейчас выйдут, это как натянутая стрела, уже выскакивают и пошли только. Людям не нужно ни собрание, ничем занимаются. Это вопрос о времени. О времени. Я говорю не случайно. Вот, кто мне нужен, нет, у брата Севастьяна ушел. Я сегодня при людях тут говорил батюшке. Я говорю, скажи, батюшка, ты много ездишь. Скажите, заочно, я вам сказал, все слова я повторяю тут. Кто был, когда я говорил? Ну вот, были, тут что-то не вижу, кто сидел. Лена. Батюшка, ты много ездишь, скажи. Ездят что, самолеты, воздух, пароходы, вода, поезда, машины здесь. И везде расписание. Ни разу, нигде, ни в одном государстве не было такого, что люди набрали и теперь раньше времени выехали. Опоздание может быть. Вот 4 часа, вот 4 часа 5 минут, это может быть. Но чтобы раньше не было, почему билет-то куплен мне на эти часы? Это сколько будет всего? Ни в одном государстве на это дело не пойдут. А у нас почему? Вчера ты начал службу вести, объявил я. 7 минут на молитву, у нас в уставе сказано. 4 минуты, на 4 минуты раньше, а у него, кажется, часов нету. Ну, стал защищать это, ну, он слышит, я сказал, защищать не надо. Это не, неверно, это нехорошо. Скажет, у вас что, с братьями нет? Да не обо мне речь-то идет. У нас написано, написано в уставе. Объявляется встать всем для молитвы. Все, зачем раньше? Кто сказал, что у меня часы дома есть? Я вижу, тут уж никого и нету, мало людей. Да здесь же были часы, в тот раз хотели как? Поменять. Вы он говорит, тогда повесьте меня. Сегодня вы слышали, перед началом вот так вот постучал. Он говорит, тогда мне постучи в дверь. Ну, сигнал. Часы. Слышно было? Еще как. Ну вот. Ну, я подумал, что часы лучше, чем мои. Конечно, кошки. Конечно. Значит, или закручивать, или вот продают на батарейках. Он так долго, долго-долго работает. Ну, год целый они работают. Сказала Татьяна, сказала. Вот несколько часов таких есть. Да, она сказала. Да. Татьяна надо подумать, как, и батюшке повесить. Подумаем. Подумать надо. Никаким образом. Я сказал, батюшка, вот смотри. У нас в церковь. Батюшки, когда нету, брат Севастьян. Как он объявляет? Вот вы заметьте внимательно. Фамилия Бауэр. Деды у него немцы. Бауэр земледелец. Немецкая точность такой. Вот это часы первые были, цвельштарские. Это все от них идет где-то. Он как объявляет нам? Так, следующее богослужение будет, как обычно, в 8 часов. И посмотрите, когда в 8 часов... Как он сколько раз смотрит на часы? Он до секунды смотрит. Даже не будет общими, а его мы будем ставить. У него абсолютно то. Да кроме того, юрист. Юриспруденции год учил. Каждый раз, если он вечером объявляет, как обычно, а если утром, как обычно, называет время. Его учить не надо. И он стоит на часы, смотрит. Я смеюсь, ни разу не было, чтобы раньше или позже. Я говорил о времени. Второе о детях. Дети, вот, которые есть у человека, человек сразу начинает думать, у меня сын, его поздравляли. А почему Иеремия говорит, проклят тот день, когда сказано было, что зачался человек. И дальше, проклят человек, который сказал мне, что родился у тебя сын. Он знал, кем он будет, или Бог ему открыл. И вот сегодня Америка, свободная страна, свободная для кого? Приезжает туда с Украины, Козлова. Она Людмила, я не знаю, он Александр или кто-то был-то. Девочка приходит, какой класс, не написано. Но пришла, косы нету. Мать-то ей сразу спрашивает, а куда дочка? А ее там научили, как разговаривать с матерью. Я уже взрослая, я знаю, как поступить. И мать ее там наказала. Как уж наказала, не знаем-то. Обоих судили 7 лет. Ребенок один грудничок отняли. Это свободная страна Америка. Сколько у них там было? 6 что ли? Баптисты, больше это баптисты. Они собирались, пели песни, молились, посадили. То есть им нужен человек с их начинкой. Вот ювенальная юстиция, ювенальная, она возникла здесь только. Библейского там ничего нету. В одной только Франции, это у меня устаревшие данные, уже было 2,5 миллиона детей отнятые. И теперь они могут видеться только в присутствии. Кто там, если девочка, значит, женского рода полицейская будет встретиться. При них, чтобы с детем поговорил, раз там в год и все.
Детей отнимают. Это везде, кроме мусульман. У мусульман ни одного ребенка не отняли. Ни одного ребенка за 1400 лет. А почему? А вы знаете, когда цыган выселяют, что они делают? Как они крещат? А с этими людьми не надо плохо обращаться. Я говорю о мусульманах. Почти 2 миллиарда. И у них свои правила. И у них почтение к родителям. Они меня спрашивают, вы христианин? Да, скажите, у вас дети, детские приюты есть? Я говорю, есть. У нас ни одного не было и не будет. Его убили. У него 15 детей. В первый же день все разберут. Усыновят. Они его не бросят. Они будут учить его, как у них своя книга есть. Я говорю, беря только доброе, меня за это обвиняют. А вы мусульман хвалите. У меня самая неприятная личность, это Ульянов Владимир. И однако я у него беру хорошее. Он говорит, наша радость от трудовых побед. Прекрасно. Успехов. Почему у нас радости нет? Потому что успехов. А? От трудовых успехов. Слово. Видите как? Я сейчас говорю о детях. Когда ребенок ведет себя, как говорят, неадекватно. Тут два вопроса. Вы думаете его на небо привести или нет? Я буду это говорить в любой общине, где у меня это все в материалах сказано. О семье. Вот к истинному православию там писано о семье. Отец имеет полную, абсолютную власть. Да отнять будут. Пришли, а ребенка надо отнять. Обнимает. Удушающая любовь. Отнять. Какая выдержка-то? А удушающая любовь. Он сидит, компьютер занимается, а девочка сидит и играет. Играет там, кукол полно. Только зашли, сейчас же зашли люди специально, средства отпускают. Это не где-то уже в России, хотя закон о бивинальной юстиции не принят еще пока здесь. А детей уже отнимают и показывают, как фотографируют, как они уходят, как пытаются вернуть, еще возвращают. Да ребенок играет, как я могу сказать? Я двумя руками пищу, а сейчас только был, нет обращения. А в Библии говорится так, если родители придут и старейшинам скажут и подтвердят это, что сын наш мод и пьяница, его пусть выведут к воротам города и первое на голову положат родителю руку. Клянемся перед Богом, что он пьяница. Мы каждый день предупреждали этого Вовку. Он не слушает, пьет. И даже побить его камнями и горах камней. Все кончилось. И целое столетие ни одного не послушного нету. Недавно одна у нас сестра решила переехать. А мальчишка уже большой. А я не поеду. Вот представьте, Израилю сказано выйти из Египта, а кто-то я бы не поеду. У меня тут должность. Ну даже вообразить нельзя. Или когда были они там в Ассирийце, где в плену были. Только выговорили, что отпускают их. Все. Даже хотели дать охрану. И тогда они сказали, не надо, чтобы люди на нам не смеялись. Охранять меня Господь Бог будет. Ну знаете, что Езра с Неемией говорили. Для нас, вот ребенок ведет не так. Я могу говорить о детях, потому что лучшие воспитатели оказались в мире те, у кого детей нету. Ян Амос Каменский, отец мировой педагогики. Ушинский, отец русской педагогики. И сколько таких мы считаем? Яна Златоуста знаем? Сколько детей? Никаких. Самые лучшие проповеди о воспитании детей. Василий Великий, перечисляйте всех. Как надо поступать, как написано? Ребенок очень рано учится вить веревки из родителей. Вот ребенок, ни слова не говоря, заходит куда хочет, пошел. Ну, у нас тут было раньше, тут выходило ребенок. С чем кончилось? И это не сегодня. У нас в Потеряевке была эта трагедия. Ребенок как будто был предназначен для чего-то. В каком году, я не буду говорить, чтобы не придрались, а там 200 лет назад. Я много слышал от родителей. По непослушанию ребенок погиб. Пошел на льду купаться, провалился, никого нет, лестницы нет, добраться нельзя. И пошел куда? А сколько на Аби погибло? Я наказал, ребенка без меня не отпускать. Теперь этот человек умер, я могу сказать, кто он такой. Все. А он ушел, он приходит домой, а Юрка где? Ребята пришли, покупались и говорят, он нырнул, и нигде нету. Да как нет? Он пришел здесь в Оби, на берегу, просидел до самых потемок и ушел. И по сегодняшний день, ну где там? Как одна женщина показывает, нырнула на крещение-то. И за полтора что ли километра только через 2-3 дня нашли где-то. Так и этот, Ударцев Анатолий Васильевич, прекрасный человек, потерял сына. Почему? Непослушание. Если у нас было время, отец сказал, здесь не купаться, мы даже помыслить не могли.
Это родители наши, отец и мать, Тихон и Мария, а они вдвоем полкласса не кончили. Но слово их было, мать скажет, тут огород какой-то, полгектара, чтобы четыре дорожки, где картошка, было прополото. А мне надо скорее суслика плавить, велосипед покупать. Мне ни рубля родители дать не могут, 10 детей. В деревне-то денег-то нету. В магазине за яйца продают или что-то там, молоко, сам сметану приди. И вот я теперь пластаюсь, там только видно, вверху шевелится картошка. Кончил 4 примера, а теперь думаю, 4 часа дня. Часов ни у кого не было-то. Я 2 бедра, ну я уже большой, в 5 классе, 2 бедра для меня это уже каждый день, мускулы щипают. И теперь, где у нас там лага, высокий так и злом, и там суслики, так надо подчеркнуть, с ведрами подняться на этот холм, и суслика выливать, и поймать его вовремя, когда он от водой задыхается. Теперь его надо сушить, его надо ободрать, и за 20 километров в Шарщину поехать, и 3 копейки. Ну, это третий сорт, первый дольше, 6 копеек. Второй сорт 5,4 копейки. Это я все знаю. Я велосипед покупаю на свои деньги. Нас приучили так. А если мы не сделали, мать только скажет, отец пасет коров, у него одна рука с фронта. И говорит, скажет, отец придет, он что скажет? Отец придет, что скажет? Что не было, что? Что он скажет или не скажет? Я не знаю, но нас это так пугало. А ну как скажет? А что он скажет? Ну скажешь, что не выпало ли там, или не полили огурцы. Я не знаю конкретно, но только это нас пугало. А сегодня уважение к родителям, или как? Я ребенку говорю какому? Ну, другой послушается, а другой ноль внимания. Вы детям не разрешайте, он знает, что если будет кричать, а если родители ваши, то есть его деды, бабки неверующие, они только не плачь, что будет тебе халвы до самых ноздрей набьют рот. А ты сделай так, чтобы он не всегда знал, по его не будет. И вот когда игумен здесь был с Сахаром и написал, что здесь так, то есть психика ребенка не ставится ни во что, он в добром плане написал, я для этого поставлен. Я директор детского лагеря был не 2 дня, 45 лет. И каких только детей не было. Всякие разные. Бывает, приедет, Алешка стоит там, всего-то 8 лет. А у вас материться можно? Первый вопрос. Дальше-то что было? Этот Алешка-то каким будет? А другие, он вот огневается, когда этот ребенок-то, из него пена идет. Я говорю, что хотите? Льготы, лагерь трудовой. Ну, мы не знаем, как это, как. Я говорю, не надо. Мы посмотрим, как Олежка будет вести себя. Ой, Павел его звать. Пацан, до того хороший. Только спать любил. Вот так лесенка вертикальная, а там площадка. А дальше еще вышка, туда нельзя. И он туда лезет, до половины долез, вот так обцепил, как такой медведь есть, спит. И тут же уснул. Ленивец. Из которого пена идет. Приехали родители недели через две, как я говорю, замечательный парень. Я сразу с ним поговорил. Здесь тебе льготы никакой не будет. Вы хотите, смотрите, вот, девочке здесь уже 13 лет. Да через 5 лет ты вокруг нее винтом будешь ходить. Да. Ты маленько-то держись за эту мысль, что вырастет ребенок-то. А из деда пена идет, а из деда идет, пусть идет. Деда у меня здесь нету. Вы каждому ребенку найдите ключ, а тем более если свой, только то, что он привык, пить из вас веревки. Я прошу, у кого что, где, знаете, что... Вот Лев Толстой жил 82 года. И когда ему было 80 лет, он говорит, половина того, что во мне есть, ну вы знаете, кто он есть. Mm-hmm. Я получил до 4-летнего возраста. До 4-летнего. Какие у него воспитатели были, граф. И он не боялся это сказать. И как он дошел до того, что признает Бога, но не несущийся дальше куда зашел. Поэтому с ребенком нужно обращаться так, как Ушинский говорил, ребенок не слышит, уши растут у него на спине и чуть пониже. Понятно? И поэтому Соломон разбирался в женских вопросах. У него было 300 жен и 700 наложниц. А у князя Владимира ровно в 2 раза больше, 2000. И нигде не написано, что не слушались. А какой? Ну, он знал. Видите, я затрагиваю очень важные вопросы, к которым почти не прикасаются. Вы сами подумайте, как дети, слушаются или нет. Вот и тут занятия здесь у нас. Ну, я занятия снимаю, показываю. У нас парней-то совсем мало.
Будет время, говорит, когда семеро ухватятся за одного. А у нас сегодня сидит семеро девиц и хватается не за кого. Один старик, 84 года. И что нужно делать? Особенно беречь мужской пол. От него зависеть будет очень много. И когда считали вот сегодня здесь, какие, говорит, наставники, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину. Потому что взятый эпиграфом 12 томам жития святых, это Дмитрий Ростовский написал, 13.7 к евреям взял, то у нас я насчитал, в Русской Православной Церкви всего только 5 человек было, кого можно упоминать, которые проповедовали и которые причислены к лику святых. Остальные вообще молчали. Нигде не написано, что ты уверовал по Евангелию. Нет, вера от слышания. Нет. Вера от того, что ты в монастырь зашел. Определенно, четко и никак по-другому. Мы должны до конца договорить и сказать, наша вера, Господь позволит, вон Евангелие лежат, смотрите. И Красное Евангелие, и с толкованием блаженного Феофилакта, и с такими иллюстрациями Густава Доре. К истину православию вот на этой неделе начали перепечатывать. Ни средств нету, ничего. Первое издание было 1000, второе 3000, сейчас на 5000. Только здесь 480 страниц, а теперь будет 880. Новые материалы, какие появились, «Войны Сценевский», «Лука» и прочее туда взятого. Книга эта нынче, она не будет иметь аналогов нигде. Настолько она, как путеводитель, 100 поклонных молитв, и все данные туда заложили. Я говорю о детях. Приучите их уважать родителей. Не идите у них на поводу. Вот я скажу, я не, им не отец. Их привезли. Вот сидят они за столом. Две бабушки приехали проведать ее. Настенька там... За стол садимся, каждому три перышка лука надо съесть. А она не ест. Надежда, надо подумать, как отвезти, вчера мы все успели, с кем все поговорить. Все увезли. А еще что? Да, помидоры не дали, да вот еще что-то. Все почти. Туда едешь. Щукина далеко от вас была? Ну с ней никак, там Володя ведро. Я сегодня без машины. Загнали Алексея. Там ведро помадет, помидор. Да, я, ну рядом она. Все, она говорит. Без машины на сегодня. Я без машины взял. Так, кто я мог бы отвезти? Не смогу ее. Это сделать надо сегодня. Сумками. Только завести и назад вернуться. Из ведра вывернуть, вернуть и банку вернуть. Вот это для нее. Я готовил для Алексея Загуляева. Ну, батюшка говорит, у него там хватает своего. Это как раз против, ну, когда человек простынет, она на все годна. Отправить, вчера отвезли картошку, морковку, капусту, что могли, она позвонила. Это в честь Христа, по памяти Ани Аниле. Она нам много... Мы давали пополам мешок муки ей, нам, и она хлеб нам готовила. Я опять возвращаюсь к детям. Хорошо обдумайте, потому что ребенок очень понятлив. Мне пришлось жить с людьми, у которых детей много. И как сатана... Сатана никого не пропускает мимо. Вот она, четвертый... Сколько у них было? Третий ребенок. Врачи признали, рожать не может. Поэтому надо вовремя сделать убийство. И вдруг приезжают у них баптисты. Ну, врач-то мирской. Приезжают откуда-то с Узбекистана, кажется, с бородой такой окладистый. Их брат, врач. Он ее обследовал и говорит, Марфа, вам рожать нельзя. Она пришла, плачет. А муж на работе, Александр. Ну, братик, что делать-то будем? Я говорю, на колени. И когда сын родился, Павлик, его звали Игнатьев. И после этого три было у нее, так 9 детей еще родила. Вот и все. И поэтому не верь никому, ты смотри, убивать нельзя. А требуется кесарю. Ну, по-другому нельзя, врачи знают, но убивать не надо. Сейчас пишет главное. Президент, зайдите в абортарий, посмотрите, что делается с нашей страной. За перестройку 120 миллионов насчитали абортированных. Это же государство захлебывается в женской вагине. А что нужно делать? Вот здесь установить. Вот у меня знакомый архимандрит, а сестра родила. И вот 2 недели, а ребенок капризничает уже, 2-2 недели. Она говорит, что делать? А сколько ему 2 недели? Ну, 2 недели уже опоздала. Я с такими людьми был. Тоже ребятишек много. Ребенок плачет. А муж с работы пришел так, накормленный. Ну да, сухой, сухой. Не понимаешь, он ей не дает. Ни один ребенок не плакал. Никого нету. И каждое слово они внимают. Это от нас зависит.
Я бы мог отказать. Да, были такие дети, которые привезли, а полдня не побыл, только накормили, он уже сбежал. Бабка узнала это дело, я ему ноги отрублю. Бабка. Я говорю, баба, добрый, если баба, вы его поймаете, он пожелает, то будем говорить. Он где-то тут. А Калаби еще-то они пошли, разошли костер, его туда столкнули. Кто-то. То есть, как называют, карма. Вот были люди, которые клеветали, а были такие, которые заказывали, чтобы как родители заказывали для меня песню за то, что с их детьми был. Посмотрите, как они воркуют. Два слова скажу, можно? Говори уже. Можно два слова скажу? Да я ничего, можно говорить. Говори. Можно? Ну, мы съездили на прошлое воскресенье, съездили к Фауре в гости. Фауэр. И к Елене, Фауэр, и Михаилу. В Уж Чирыжская пристань называется. Да. Вот. Говори. Ехать далеко. Все равно не успели засветло вернуться. Если вот вдруг кто-то соберется к ним, если соберетесь к ним в гости, выезжать надо, ну, 10 часов, это даже самое позднее. Чтобы приехать хотя бы водителю 2 часа отдохнуть и ехать назад, 6 уже темно. Вот. Все, слава Богу. У них там такая маленькая-маленькая малепусенькая квартира. Я зашла, говорю, какой-то дизайнерский ремонт, все белое, красивое. А потом она говорит, да ты посмотри, мы, говорит, старые обои белой краской замазали. Тут, мы, говорит, все сами. И они так все хорошо, уютно сделали. Она все пишет, я все знаю. У нас переписка идет. Да, ну, у нас тоже. Вот, они хотели в этот воскресенье приехать, и не получилось у них. Заболел Михаил. Так, кто сможет до Щукиной довести то, что там стоит у нас ведро с малиной и вот эту банку? Это сделать надо сегодня. С Калиной. Вчера ездили, но не успели сделать. Еще один момент хочу сказать. У нас принято в храме, когда подходят поклоны делать, по двое, и кланяются вместе, правильно? Как, я не знаю, да, где-то это записано или нет, я не могу сослаться. Я один раз подошла, сделала замечание, что, ну, порознь, говорят, а где написано, почему, а что мы в храме, как это на спасение влияет? Это никак не влияет, это просто... Ну как, благочестиво подходим, чинно, да? И этого надо, ну, придерживаться. Вот это и надо говорить. А благочестие влияет на спасение? Да, влияет. Ну и придерживайся благочестия. Верность в мелочах, да. У нас сегодня я просто сидела, наблюдала, и все благочестиво подошли к этому моменту, кроме двух человек, которые вот прям со своим напарником, не дожидаясь, начинают кланяться вперед, и получается вот так вот, знаете, один кланялся, трое вот, и вот так. И оба это были братья, вот редко ходят и сделали, да. Ты с Пупковым подходил, с Сергеем Павловичем, а ты подходил, не дождался, когда шагнет и начнет кланяться, не дождался брата Игоря. То есть, а так все, слава Богу. И еще раз, не влияет никак на спасение, но глаз режет. Вот. Спасибо, Христос. Так, я тут вопрос не хочу. Кто может завтра прийти? Второе занятие. Кстати. Повырывать только. Так, еще мы двое с Володей. Кто еще может? Там и сестры, кто хочет. Все заняты. Знаете, семья Радонежских так говорит. Зайдет так. Нам нужно воды натаскать, дров наколоть. Никого нет, один я свободный. Берет и пошел. Если свободны, выдрать траву хотя бы метр на три, я так думаю, на 2,5 это. Собрать ее вот сюда, вот ее увезут. И тут будет у нас пространство, вот как возле железной дороги, пропахивает, чтобы огонь не перекинулся. Потому что летят искры. И, ну, бывает, многое сгорает. А где распахано, там уже не перекинется огонь. Разрешите? Да, я отошел. Я благодарю всех, кто молился о занятиях моих с детьми, потому что, ну, это впервые такое, что дети действительно выходят, и так много их там, ну, человек под 20. И, ну, это же записывается все. Кто-то может посмотреть, чтобы это не бестолково было, а как-то конструктивно, понятно, в общем. И, ну, постепенно мы знакомимся там с родителями. Я познакомился, родители все верующие люди, то есть, ну, пожелали, чтобы я у детей вел занятия. Я там пораспрашивал, почему, как, ну вот желаем, вот так и все, ну ладно, что.
Теперь будет дальше зависеть от того, как мы с детьми совпадем. Потом с детьми вот одно занятие прошел, как бы тему провел я. Бог, Отец, Иегова и заповеди. Но там не успел я до заповеди дойти, потому что время мало, детей много, каждому надо уделить внимание. Игнат Тихонович говорит, каждому ребенку нужно с каждым ребенком отдельно работать. Они все разные, их много, поэтому приходится много времени тратить. Ждешь, пока они вроде так-то болтливые, а как начинаешь вопросы задавать, беседовать они. И по слову Божьему они сразу замолкают. Но постепенно вот они там видео там сняли, и они участвуют тоже в занятиях. Я их спросил, кто видео смотрел, молчат. А Юра там, Миша, поднимает руку. Я участвовал. Я говорю, я знаю, что ты участвовал. Что ты молчишь, мне интересно. Вы такие молчуны все. Так вот, что-то там сердечки Миша мне, там Андрюша показывает. Там Ганич как-то, фамилия такой. Че, я говорю, что ты там мне сердечки, ты любишь меня? Я тебя тоже люблю, все, только это. Сиди руками. Руками машет, я говорю, ты там бесенок какой-то рядом стоит у тебя. Ты такой же на уроках, что ли? Раз, вижу, там мама ему, видать, сказала, она пустая. Успокоился, глазенки такие. Я говорю, ты должен на преподавателя смотреть вот такими глазенками, как будто он тебе сейчас конфету даст. И поэтому не пропусти этого, даже не моргай. Ну, дети внимательные. Они творчество сотворили на первую тему. Ну, там у нас было творение мира Богом. Нарисовали рисунки там, поделки сделали. Ну, в общем, поговорили об этом. Немножко конструкция занятий по скайпу как бы у меня в голове начинает укладываться. То есть отдельно надо делать разные тематики. Вот хочу начать к Рождеству, чтобы они сделали сценку рождественскую. И чтобы они там пели. Вот. Так что помолитесь, пожалуйста, чтобы все получилось у нас. Обратная связь, так сказать. Я-то Библию люблю. Как сделать так, чтобы они полюбили? Да поможет Господь тебе. Спасибо. Еще у кого есть слово? Будем заканчивать. Достойны есть яково истину, блажите тебя, Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от наших истинных племенников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне остановит делающих зло. Простите правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что закрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вот и я. Алла, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услышь и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили слово истины, но кто еще и не обратился. Коснись их сердец, и чтобы они твердо верили в то, что примирение с Тобой возможно только при этой жизни, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала.
Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спаси Христос. Спаси Господи.